всего, как он или сложно вдвоем расправить крылья, или летать не сможем, или не отпускать, или боишься сдаться, ты с чувствами играешь, а я хочу. Потрясающие декорации, единение музыки и света, живой звук, профессионализм музыкантов, уникальный голос солистки, аплодисменты и эмоции зрителей. Концерт солистки Щелковского эстрадно-духового оркестра Екатерины Мароходовой «Все равно весна» состоялся на сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр». Выйди мне навстречу, я прошу, из темноты вождена, из матрицы миров. Живое, жаркое лето, я не знаю тебя совсем, но тебя не могу забыть, этот странный путь я хочу прожить. Программа второго сольного концерта включала авторские песни Екатерины Мароходовой, а также новые интерпретации известных композиций в живом музыкальном сопровождении. Вдохновением для создания концерта послужила авторская песня исполнительницы «Весна придет», отражающая главную мысль о том, что человек может преодолеть любые трудности, потому что за ними всегда приходит весна. Пора возрождения и новых возможностей. Зрители высоко оценили главную мысль концерта и талант исполнительницы. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.